В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений и служб рассказали о проделанной работе на прошедшей неделе. За минувшую неделю в правоохранительные органы поступило 1800 обращений. По ним возбудили 30 уголовных дел, из которых 24 раскрыли по горячим следам. Неделя была сложной, то есть 1 сентября было, то есть личный состав практически задействован на охрану общественного порядка. Предстоящие недели будут также сложные, это не городов наших округов пройдут, это Люберцы, это Лыткарино, это Дзержинка. На прошедшей неделе в округе дорожники устранили 38 ям и установили 7 лежачих полицейских. Также по обращениям жителей дома номер 5 на Инициативной улице отремонтировали тротуар. Также проведена покраска бортового камня по улицам Кирова и Власова. Протяженность выполненных дорог составила 2460 метров. В ходе проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения удалено 11 аварийных деревьев. Опилено с целью обеспечения видимости дорожных знаков 17, выкорчено 14 пней. Аварийные деревья устранили и в парке Малаховское озеро. На Наташинских прудах и в парке сказок отремонтировали уличное освещение. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.